Buenos dias, amigos, на связи Матвей. Много говорить я не буду, потому что видос и так затянулся. For real, guys, материал получился интересным и угарным, так что обязательно досмотрите этот видос до конца. Заранее проверьте вашу кнопку подписки, она должна быть серой. Также включайте уведомления, чтобы всегда быть в курсе моих новых видео. Но не забывайте, что наилучшая поддержка меня – это мой тег автора Мотивкар в вашем ежедневном магазине Fortnite. Смело водите и покупайте исключительно с ним. Делайте скрины ваших покупок и отсылайте в мою официальную группу канала ВКонтакте, ссылка в описании, ну или в Инстаграм. Подписка на канал оформлена, тег автор Мотивкар введен, можно и лайк авансом, ну а мы погнали! Так, что тут у нас? Дары из хранилища? Надо бы сыграть. Это вообще имба режим. Я так соскучился по первой главе, и это идеальная возможность ощутить то прошлое, ребят. Ну, наша локация Колкри ключи, и мы прыгаем. Так, что это с FPS? Алло. И первый сундук? Да ё-моё, серьёзно, самозарядная винтовка. Что вы бы еще могли бы мне посоветовать, бро? В принципе, вот если бы они вернули старую пампу с этим старым дизайном, думаю, было бы намного лучше. А то это, ну, пампа, ну, вообще никак. Да нет, что за FPS? Да, что за FPS? Какие 18 FPS, я не понимаю. У меня кроме игры ничего не открыто. Хорошо так спокойно запился. Ладно, пока нас никто не видит, мы отсюда тихонечко свалим. Вот здесь должен быть сундук, если меня не обманывает память. Да, сундук. Давайте палку мне. Давайте палку. Нет. Опять вот эту голимую фигню мне подсунули. Жесть, ну, конечно, спасибо, ребят. Так, ну-ка, там тоже должен быть сундук, насколько я помню. Сундук. И, ну, Томик уже лучше. Понимаете, это вам не вот эта вот винтовка старая, боссная. О, боже. Блин, да он там еще с другом. Просто умри, пожалуйста. О, мы убили кого-то. Как же я давно с хлам разлома никого не убивал. Ха, сдохли. Че, вы со своей палкой не сумели меня так убить, а я вас вдвоих разнес. Ты там не офигел ли, а, свой спамить-то, а? Да нет, ну как я не понимаю? Огромное спасибо, мои 15 FPS. Я, мне кажется, такой формат я поддерживать больше не смогу, потому что смотреть слайд-шоу, как меня убивают, ребят, боже, блин, я вам просто могу картинки одной за другой показывать, и то будет лучше. Сундук есть, палка есть, все, а нет, пампа, ну ладно. Так, сейчас какая-нибудь... О, вот теперь палка, вот теперь ладно. Не-не-не-не-не-не-не. Если ты сейчас меня убьешь, то ты лох. Ты меня слышал, да? Ха! Вот что называется киберспорт, когда ты тащишь даже с таким FPS. Вот вы вот мне все предъявляете, Матвей, ты нуб играть не умеешь. Вы посмотрите на мой FPS. Я с таким-то FPS тащу, вот, просто теперь без комментариев, делайте выводы сами. Никого я не вижу, значит, мы идем в этот дом. А, не. Да, просто здравствуй, просто как дела? Во, нифига себе, блин! Даже 10 FPS меня не останавливают, ребята. Это мое призвание. Играть в слайд-шоу. Ой, даже тут для нас сундук оставили. Специальная форма Тивкея. Ну, давайте-ка посмотрим. Опа. И все, до связи. До свидания. Ничего не делать. Я чуть не сдох.
Какой дебил это тут оставил? Слишком давно я ловушки в игре не видел, уже отвык. Воу, чё ребята вытворяют? Ебать, я в шоке, нахуй. А, вот настоящий Викей. Ребят, если вы так не Викейте, ну значит вы не умеете играть. Не-не-не-не-не-не-не-не! Тут за чудовище такое. О! Ничего себе. Похоже, боги Фортнайта нам не помогают, потому что неизвестно как, я его все-таки добил. Тут рядом аирдроп. Рядом аирдроп. Мы обязаны залутать, нам сегодня везет на аирдропы. Конечно, понимаю, что это только везение. Ни на чем другом мы не основываемся, но пофиг как-то. Блин, даже я не знаю, что делать. 6 человек осталось, и по-любому там дуо. Закидаем их. Мы их сейчас закидаем какашками. А-а-а! Что ты хотел? Думаешь, я не умнее тебя? Нет, вот, я говорил про эти лаги. Вот эти лаги. Офигеть. Ну, в принципе, ребят, я не обижаюсь. Когда тебя завалило киберспортивное дуо с добытчицей, это важный аспект, то тут как бы, блин, ну, все очевидно.